Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в выпуске нашего видеопроекта мы познакомимся с еще одной игрушкой от предприятия Полесье. Представляем вам гараж номер один с дорогой, который обязательно понравится всем маленьким автолюбителям. Гараж представляет собой трехуровневую парковку для трех автомобилей, входящих в набор. Отлично дополняют комплекс элементы дороги, которые присоединяются друг к другу по принципу пазлов. Они легко скрепляются и крепко держатся. Также в набор входит 10 дорожных знаков, которые можно устанавливать на дороге, делая игру ребенка еще интереснее и познавательнее. На первом уровне паркинга находится станция для заправки трех машинок, автомастерская-подъемник для ремонта, а также автомойка. Все указанные игровые элементы приводятся в движение с помощью ручного привода, то есть для игры ребенку нужно повернуть рукоятку возле подвижного элемента. На второй и третий уровень автомобили могут попасть на лифте, который также приводится в движение с помощью ручного механизма. А спуститься по съездам. Без дороги сам паркинг в собранном виде можно переносить за металлическую ручку, что очень удобно, если нужно переместить его из одной комнаты в другую. Гараж номер один с дорогой обязательно привлечет внимание вашего малыша и не даст ему скучать. Поможет ребенку узнать о работе автомобильных служб, познакомиться с дорожными знаками и правилами дорожного движения в игровой форме. Это настоящая находка для тех, кто любит автомобили. В процессе игры ребенок развивает мелкую моторику рук, воображение, пространственное мышление. Игрушка изготовлена из высококачественных и экологически чистых безопасных материалов. Гараж номер один с дорогой рекомендован детям от 3 лет. Увидимся в следующем выпуске и не забывайте, что иногда даже детские прихоти родителям в радость. Подписывайтесь на наш официальный канал и не забывайте ставить лайки.